Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Это внутренняя убежденность в том, что именно такова их жизненная миссия. Основной движущей силой для носителей этого имени является желание понравиться другим, сделать им приятное, заслужить признание и любовь окружающих. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Желание господствовать любой ценой проявляется очень редко, но если цель направлена на управление, то подход будет очень деликатным и незаметным, сравнимо с удушьем удава. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.